Всем привет, с вами Пятница 7 и я Андрей. Сегодня мы с вами в этом видео поменяем крепление для сетки на окна. У нас вот здесь вот они отломались с одной стороны и с другой стороны тоже отломанный. Верхние у нас целые. Это бывает, они отламываются часто из-за солнца, они просто крышатся. Вон, даже видно, вот я вот придавливаю, о, и она рассыпается, просто рассыпается. Так что здесь ничего удивительного нету. Так, откручиваем. Опа, держи. Опа, блин, так легко отломалось, а вообще. Откручиваем вторую. Крепление для сеток на окон продаются как комплектом, вот таким образом, так и по отдельности можно купить, как мы купили вот два нижних только крепления. Они получаются в два раза дешевле, чем набор. Покупали на рынке. Все, будем ставить. Так, начинаем с нижнего болтика. Так как из-за выступающего части его хуже видно. Так, не докручиваем до конца. Берем второй саморез. И вставляем его. Иногда бывает такое, что они немножко не совпадают отверстия. Ну, это ничего страшного. Так, один стоит у нас. Ставим второй. Делаем все аккуратно, чтобы наши саморезы не повыпадали. Вот так. А этот, он вообще очень легко ломается. От воздействия солнца. Так что их периодически приходится менять. Иногда крепления не совпадают по высоте, по креплениям, по отверстиям с теми, которые уже стоят. Поэтому надо, прикрутив на старые, примерить и при необходимости перекрутить на новые отверстия. Вставляем верхнюю часть и вставляем в нижнюю часть. Завели в одну, завели в другую. Все, наша сетка стоит. Вот так очень легко и просто самому поменять крепление для сеток на окнах. Спасибо за просмотр нашего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. Спасибо всем, Пятница 7. И жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить наши новые интересные видео.